Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. И с сегодняшнего дня мы открываем новый видеоцикл, посвященный следующей проблеме. Невозможность запуска тех или иных игр, игрушек, а именно классики, например, Cryofear, Deus Ex, я не знаю, System Shock 2, или в сегодняшнем случае Хроники Риддика, золотое издание. Они не запускаются на версии Windows 8, и в принципе на форуме очень и очень много вопросов, как запустить игрушку, что с этим делать. То есть получается, люди играют, или во всяком случае хотят играть в старые игры, которые имеют какую-то значимость для них. В моем случае Хроники Риддика, но это один из моих самых любимых стелс-экшенов, и на мой взгляд, это одна из самых лучших игр по кинолицензии. Так вот, я попытался запустить ее, что из этого вышло, вы видите на своих экранах, но не пошло. Итак, с вашего позволения, давайте приступим, и я расскажу вам, как все-таки завести Хроники Риддика на компьютерах под операционной системой Windows 8, а в следующих видеороликах мы поговорим о других играх. Поехали! Итак, в случае с игрой Хроники Риддика все на самом деле обстоит намного-намного проще. Это связано в первую очередь из-за драйверов защиты. То есть наверняка многие из вас помнят ту волну, я не знаю, бешеной борьбы с пиратством, когда страдали, в принципе, пользователи лицензионной продукции. Это когда вы покупали диск, а на нем была предустановлена программа StarForce, и диск всегда должен быть в лотке привода, в противном случае игрушка запускаться не будет. В России Хроники Риддика издавала компания Акела, в Америке же это была компания Atari. Так вот, Atari сделала свой выбор в пользу другой системы защиты контента, которая называется Tages Protection. Давайте пройдем на официальный сайт, выключим звук, потому что изначально там будет запускаться флеш-анимация, она довольно-таки громкая, и как мы видим с вами, ваша игра, софт и контент заслуживает защиты. Нас это в принципе не волнует, давайте пропустим интро и посмотрим, что же нас ждет на главной страничке сайта. Все-таки от анимации нам никуда не деться, придется дождаться. И самое главное, раздел драйвера. Давайте пройдем на соответствующую страничку. В принципе, вот что мы с вами видим. Здесь имеется два драйвера, специально под 32-битную версию Windows и 64-битную версию Windows, в моем случае. Я уже оба эти два файла скачал, мы видим под архитектуру 86 и 64. Я установил этот файл, давайте запустим его повторно, но в этом случае мы видим, драйверы правильно конфигурированы и уже запущены. Мы можем только их удалить. В принципе, установка тоже происходит мгновенно, то есть очень мало что требуется нажимать. В основном она проходит такой фоновой полоской, после чего вам приходит уведомление, что драйвера Tages встали без каких-либо проблем. Нет, удалять я их не хочу. И теперь давайте посмотрим на игрушку Хроники Риддика. Вот здесь вот они у меня находятся. Единственное, что программа записи, которой пользуюсь, она называется Free Screen to Video, не работает с играми. Именно по этой причине я, как вы наверняка уже заметили, устанавливал Fraps. И вот Хроники Риддика мы будем писать с помощью программки Fraps. Итак, давайте приступим. Для вас это произойдет буквально в пару секунд, а вот в моем случае это будет довольно-таки быстро. Итак, запустил игрушку, жму F9, чтобы Fraps активировался, и смотрим Хроники Риддика, вступительные ролики, рейтинг 17+. Единственное, что я буду пропускать все ролики, и вы уже убедитесь на быстродействии того, что происходит на экране, что действительно никаких лагов нету. Более того, если вы посмотрите, я вам специально покажу, я полностью прошел обе части, Assault on the Dark Assassin и The Butcher's Bay, то есть в принципе игрушка полностью мной пройдена, и давайте посмотрим, жмем старт. Итак, меню встречает нас приятной плавной анимации, и да, вы совершенно правы, я решил снимать все-таки с камеры на штативе, вот они мои руки, и связано это с тем, что, ну, все-таки мне показалось более правильным, если я изначально снимал с камеры, то и сейчас продолжу съемку с камеры, потому что Fraps, ну, может быть, я подложил чужое видео, да, игрового процесса, а так понятно, что это я. Проходим в контрольной точке, смотрим Escape from a Butcher's Bay, листаем в самый низ, по-моему, там 38 эпизодов, да, 38 контрольных точек, и Assault on the Dark Assassin, их 60. Так что прошел полностью игрушку, завалил ту злую тетку, и давайте выберем какой-нибудь уровень. Хотелось бы, конечно, взять что-то помесистее, но
Так как большая часть игрового процесса происходит в темноте, да, то камера, наверное, снимет это не очень хорошо. Давайте возьмем тревогу, вероятнее всего там будет где пострелять, и выберем легкий уровень сложности, ну, просто для того, чтобы, да, не погибнуть, потому что я не помню, сколько у меня там жизней. Вот, происходит загрузка, и, кстати, загрузка тоже будет значительно быстрее происходить, потому что, насколько я понял, да, что этот патч также благоприятно влияет на производительность. Итак, да, уровень темный, к сожалению, немножко я промахнулся. Ну, давайте восстановим хелсы и буквально завалим парочку типов. По-моему, этот момент, где на нас нападают андроиды. Врать не хочу, что у нас есть из огнестрельного, ничего, собственно, и нету. Как-то очень грустно. Ладно, действительно, не самый лучший уровень, но хотя бы покажу, что все работает без каких-либо тормозов. Ой-ой-ой, так. Так, ну вот они, мои руки, что это действительно я. Хотя, в принципе, я полагаю, что мы уже с подписчиками прошли такой нюанс, как вопрос доверия, и все у нас в этом плане здорово. И, ну, сохранение очередное, все очень и очень хорошо. Никаких тормозов. Так что смело качайте игрушку, проходите ее. Не знаю, впадайте в ностальгию. На мой взгляд, замечательная игрушка, и она стоит того, чтобы в очередной раз ее пройти. Ну а с вами, как всегда, был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. Следующая игрушка, о которой мы поговорим, будет называться Cryofear. На самом деле, она прекрасно работает на Windows 7, но вот на Windows 8 с ней возникают определенные проблемы, которые я решил, и игрушка работает без каких-либо проблем, с полной русификацией, так что все очень-очень здорово. Ждите следующего выпуска. Ну и, пожалуйста, помогите мне определить следующие игры. Некоторые я буду вставлять сам, а некоторые по вашим просьбам. Пока и до скорых встреч! Социальная сеть «Мотивация» — это новый проект на просторах Рунета, который должен помочь нам с вами достигнуть поставленных целей, в общем и целом достигнуть успеха. Я надеюсь, вам понравится. Загляните на проект, ссылочка в описании под этим видео.